брал тех, кто был ему послушным, и лист чистый взяв, лишь с точкой посреди просил рассказать, что видят здесь огни. Нашел точку я, ответил старший, а с ним, как всегда, согласен младший. У точки черный цвет, гласил внимательный ответ. Ну а больше здесь ничего и нет. Простой свой урок он преподал, как смог.